Привет всем-всем-всем! Сегодня будем готовить курицу с овощами по-корейски. С курицы начнем. Порежу ее небольшими кусочками и залью соевым соусом на 15 минут. Части курицы могут быть совершенно любые. Я возьму филе, можно взять бедрышки или голень, например. Тем временем займусь овощами. Порежу лук, нашинкую морковь, порежу слайсами грибы и все обжарю. А отдельно отварю фунчозу. Овощи готовы. Теперь вернемся обратно к курице. Ее можно отправить к ним и пожарить их вместе, либо пожарить курицу отдельно и добавить уже в конце. Курица утушилась, стала совсем мягкой. Отправляем в сковороду рубленого чеснока и немного кунжута. Все перемешаю. Осталось только добавить фунчозу, перемешать и дать их немножко подружиться. Блюдо получается очень сочное, яркое и насыщенное. Как правило, корейская кухня должна быть достаточно острой, но вы регулируете остроту на свой вкус. Можно добавить немного чили.